Николай Викторович, герой социалистического труда. Родился 9 ноября 1935 года на хуторе Косые, ныне Новооскольского городского округа. С 1953 года работал в колхозе «Золотое руно» комбайнером-механизатором широкого профиля. С 1956 по 1959 годы служил в Советской армии. 23 июня 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в высокопроизводительном использовании техники комбайнеру колхоза «Заря коммунизма» Новооскольского района Николаю Викторовичу Рудавину присвоено звание Героя социалистического труда. В 1970 году награжден медалью «За доблестный труд» во знаменование столетия со дня рождения Ленина. А в 1971 году орденом Трудового Красного Знамени за высокие показатели в труде. С 1971 года Николай Викторович Рудавин – начальник механизированного отряда колхоза «Золотое руно». В этом же году избран депутатом Верховного Совета РСФСР.